Всем привет! Хочу показать, как у меня содержатся куры-несушки. Показать гнезда, которые я сделал для них. Курицы у меня тут разных пород содержатся. Покупал я яйца на базаре у женщины. Захотелось мне завести кур-несушек. Просто пошел на базар. Спросил у женщины, есть ли у вас петухи в стаде. Она мне сказала, да, яйца у нее оплодотворенные. Я взял 60 штук, провел инкубацию. Из 60 штук у меня вывелось где-то штук 50. Так что процент был очень хороший у вывода. Это где-то под 85%. Так что курицы тут разных пород. Несут они яйца хорошо. Оставлял я на один год 13 штук кур-несушек. Одного петуха. Пробовал закладывать и свои уже яйца в инкубатор. И тоже процент вывода был где-то процентов 85-90 цыплят. Тут тоже вот есть там, тут у меня 19 куриц, один петух. О, Петя работает. Так что яйца у меня тоже оплодотворенные. Так что хотел в этом году еще заложить, попробовать еще вывести себе кур-несушек. Ну, хочется, конечно, попробовать какой-то другой породы, чтобы была одна порода там. Что-то нравится мне порода доминант, хочу завести доминант. Или легорн. Яйценоскость у них высокая. Так что посмотрим. Ну, Петя тут красавец, конечно. Сколько женщин, и он один. Так что, ну, посмотрим, что у нас. Вот, хочу еще показать повелочки, какие у меня со снарядов. Гильза от снаряда, железная. Набирается в них около 2 литров воды. Курица их не переваривает. Она тяжелая, килограмма 2 весит одна. Так что очень удобная вещь, поилка. Такие поилки я применял и для кроликов, когда содержал, ну, для куриц, ну, просто замечательная поилочка. Так что, вот такая, такое у них пространство тут. Кстати, сарай я сделал в прошлом году, осенью. Сделал такой сарайчик, где-то у них стоял тут сарай из дерева. Это сарай был 1 на 2 метра. Ну, как вы думаете, 13 курей-несушек там содержались и один петух, это 14 штук. Сейчас я им сделал сарайчик такой, огородил там место им. Теперь места им хватает. Ну, посмотрим. Сейчас они должны занести. А, это молодец. О. Так, наши курочки, давайте сейчас посмотрим, сколько они снесли яичек за сегодня. Открываем. Заходим. Так, сразу посмотрим, сколько у нас тут температура на градуснике. Сколько так? Сколько это? Градусов 8. Так, это 8 градусов тепла. Значит, а курочка надо, чтобы было не меньше, чем 10 градусов. И тогда они будут нестись как надо. Сейчас у нас меньше 10, но все равно посмотрим, что они нам снесли. Так, сделал я им здесь такие вот гнезда. Сделал я из фанеры восьмерки.
вот такие гнездышки. О, и вот, пожалуйста, результат. Три яичка в первом, два во втором, в третьем у нас одно яичко, и здесь в четвертом 4 яйца. Это получается 4, 5, 7, 10 яиц. 19 несушек, один петух. Получается, снесли нам 10 яичек. Еще скажем, что сейчас на улице март месяц, не сезон. Так что это тоже результат. Так что уровень здесь получилось, я загородил он где-то 2 метра 2 на 3. Так что здесь у них 6 квадратных метров. Приблизительно. Точно я говорить, вымерять не буду, ну где-то 6 квадратных метров у них тут есть. 19 куриц там и одному петуху здесь вполне этого места хватает.